Это один из самых жгучих наших страхов. Мы никогда не знаем, в какую минуту он появится и перед кем. Около 6% населения обладает маниакальностью. Мы проходим в опасной близости от того, кто затаился как клещ, выискивая жертву. К этому надо быть готовым. К этому надо готовить детей. Конечно, мир болен, тяжело болен. Что заставляет человека превращаться в кровожадного зверя? Они такими не родились, а их такими сделали. И как распознать оборотня? Я видела его глаза. Они у меня очень долго не стирались, эти глаза. Оборотни. Не придуманные и сказочные, а реальные. Они ходят с нами по одним и тем же улицам, высматривая очередную жертву, и порой оказываются ближе, чем нам кажется. Александр Пичужкин приходил домой и сразу доставал шахматы. Никто из тех, кто жил с ним под одной крышей, ни мать, ни сестра, ни муж, сестры, не догадывались, что интеллектуальную игру он превратил в способ подсчета своих жертв. После очередного убийства Пичужкин заклеивал на шахматной доске новую клеточку. Жажду убивать Александр почувствовал в 18 лет и предложил своему другу-однокурснику по ПТУ делать это вместе. Друг отказался, и его убийством Пичужкин открыл счет своим преступлениям. В жизни, наверное, маньяк – это самый, наверное, незаметный человек. Почему их так все время долго ловят, и они в основном серийные убийцы? Довольны, да? Задержали? Конечно, беги, хватай кого-нибудь быстрее. А кого хватать, это уж потом будем разбираться. Елену Яковлеву мы привыкли видеть на телеэкране в роли следователя Каменской, которая быстро раскрывает любое преступление. Но в реальной жизни на то, чтобы поймать убийцу, часто уходят годы. Андрей Чикатило. Муж, отец двоих детей, член КПСС, учитель. 22 года он оставался безнаказанным. За это время совершил 53 доказанных убийства, хотя, возможно, их было больше. Оказалось, это еще не предел. Маньяк, который переплюнул самого Чикатило, Михаил Попков. Орудовал 23 года. На момент ареста пенсионер МВД. Женат, есть дочь. Трудолюбив, в быту чистоплотен, кандидат в мастера спорта по биатлону, автогонщик и любитель книг. За веселый нрав его прозвали «Миша Улыбка». После задержания в 2015 году его называют не иначе, как «ангарский маньяк». Тогда он был обвинен в 22 убийствах и приговорен к пожизненному заключению. Но после суда начал признаваться в других преступлениях. В целом, к началу 2018 года, ко второму судебному процессу над Михаилом Попковым, насчитывается 81 оборванная им жизнь. Александр Пичужкин орудовал в Битцевском лесопарке больше 5 лет. Его арестовали в 2006 году и предъявили обвинение в убийстве 48 человек. Сам же он утверждал, что жертв было гораздо больше. Настолько человек неинтересен сам себе внутри, он в себе, наверное, будет какое-то ощущение всемогущества, что, в общем-то, человеческая жизнь – это то же, что и муравей, пчела, не знаю, то, что... Ну, как бы, и никакой жалости. Мать Александра Пичужкина так и не смогла поверить в то, что ее мальчик, тихий шахматист, был серийным убийцей. Если особенности в поведении человека настолько не бросаются в глаза, что даже родственники и близкие люди их не замечают, то как можно опознать оборотня? Как можно защититься от него? Осенью 2017 года в Битцевском парке снова стали погибать люди. 2, 3, 5 жертв. Неужели снова орудует серийный убийца? Поползли слухи по Москве. В окрестностях парка люди стали пристально вглядываться в лица друг друга, пытаясь разглядеть угрозу. Но оборотни умеют скрывать свое звериное начало. Смотрел какой-то документальный фильм об американском парне, который там, извиняюсь за подробности, закопал кучу людей у себя во дворе своего дома. И я увидел видео в Ютубе из зала суда, где его судят. Милейший человек сидел. Милейший. Симпатичный даже. Что любопытно.
Сейчас говорю, у меня мурашки. Серьезно? Ну, то есть, это вот удивительный парадокс, что у них нет вот этого стереотипа маньяка, да, человека с кровавыми глазами. Люди, которые встречаются нам вокруг. Актер Максим Матвеев тщательно изучал материалы о маньяках, готовясь сыграть роль того, кого принято считать первым серийным убийцей Советского Союза. Владимир Ионисян по прозвищу «Мосгаз» в 60-е несколько месяцев держал в страхе Москву и Подмосковье. Пользуясь доверчивостью детей и пенсионеров, он представлялся работником «Мосгаза» и входил в квартиры, в которые его пускали без опаски. Через некоторое время преступник выносил наживу – деньги, золото, одежду, оставляя за собой труп, искромственный топором. Когда появился Ионисян, никто не закрывал двери. И все жили в коммуналке, и все друг друга знали. И когда началась эта страшная вещь происходить, люди, не привыкшие запирать двери на замок и заглядывать в дверной глазок, не могли понять и осознать это. Он попался на очень глупые вещи. Он пытался продать телевизор. Его бы так и не нашли. Когда Ионисяна задержали, он действительно пытался сбыть краденное. На его счету было 5 жертв, четверо из которых – дети. Через 18 дней после ареста его расстреляли по личному распоряжению Никиты Хрущева. Разобраться до конца в мотивах преступника не успели. В стране, идущей к коммунизму, признать наличие серийных убийц были не готовы. Поэтому преступление Ионисяна проще всего было объяснить корыстью, превратившей его из человека в зверя. А между тем, феномен маньяка требовал детального изучения для того, чтобы научиться распознавать угрозу. Ведь Ионисян был вне подозрений. 26-летний артист опереты, дамский угодник. О таких, говорят, мухи не обидит. Внешне определить человека, склонного к жестокому, безрассудному, агрессивному поведению, практически невозможно. Даже когда речь идет о людях, страдающих серьезными душевными расстройствами, и то опытные врачи-психиатры только при близком общении могут заподозрить какие-то подобные проблемы. Александр Пичужкин, Анатолий Анаприенко, Михаил Попков, Анатолий Сливко, Андрей Чикатило. В лицах этих маньяков нет никакого сходства. Да и что бы мы сказали, если бы вообще не знали, кто они такие? Внешность – признак слишком субъективный. Он часто зависит от того, с какой меркой мы уже подходим к человеку. Общие признаки серийных убийц надо искать в поведении. Люди, имеющие склонность к маниакальности, мечтают работать во властных структурах – полиции, охране, службе безопасности – и часто врут о своей причастности к этим организациям. Михаил Попков занимал пост оперативного дежурного центрального ОВД Ангарска. Маньяк и педофил Сергей Ткач, на счету которого около 40 преступлений против женщин и несовершеннолетних девочек, учился в спецшколе милиции МВД. Ионисян убедил свою любовницу, что работает в КГБ. А витебский маньяк Михасевич, будучи народным дружинником, помогал милиции ловить самого себя. Если маньяк маскируется, он всегда маскируется под тех людей, которые меньше всего вызывают подозрения. Кто вызывает меньше всего подозрения? Таксист, полицейский, ну или работник какой-нибудь службы, который в форме, да, то есть автоматически у нас так мы воспитаны, что мы человека в форме воспринимаем, уже априорно воспринимаем как некого защитника. Безусловное доверие вызывает и образ педагога. Приметы маньяка и убийцы не видели в преподавателе Андрея Чикатило ни близкие, ни сослуживцы, ни врачи, ни даже те, кому положено быть вдвойне внимательным по долгу службы. Был случай, ведь когда Чикатило остановил какой-то милиционер, проверил у него документы, Чикатило аккуратно залез к себе в портфель. Там лежали груди, отрезанные от женщины, нож, веревка и его паспорт. Он достал паспорт, показал все, что запомнил милиционер. Фамилия странная. Чикатило. За несколько часов до этого 19-летняя Елена вышла из автобуса на окраине города. Добродушный с виду дяденька взялся донести чемодан до дома. По дороге мило беседовали. Он предложил показать ей более короткий путь. Она согласилась. Была не местной, снимала квартиру. А когда зашли в рощу, Чикатило повалил Лену на землю и несколько раз ударил ножом. Потом отрезал несколько частей от тела,
завернул в обрывки одежды, засунул в потрепанный портфель и преспокойно пришел на день рождения своего отца. Фенотиполог из Эстонии Марк Лучин уверен, Чикатило поймали бы гораздо раньше, если бы в те годы тщательно и детально изучали все, что связано с серийными убийцами. По большому счету, если бы та бригада милиции, которая его ловила, прошла у нас, например, обучение, ну, хотя бы полдня, именно вот по теме маниакальность, они бы его поймали, я думаю, что, ну, года на два раньше. Потому что это было очень хорошо видно. То есть, ну, по крайней мере, знаешь, кого ловить. Это видно. Маньяка выдают невербальные жесты. Дело в том, что маньяк – это существо, которому требуется находиться в своем таком коридорном пространстве, чтобы мыслить о своем любимом, там, великом или низком, но это уже дело десятое. И для этого ему нужно освободить оперативную память. Это ум уходит на автопилот. Механические повторяющиеся движения, однообразные, я бы сказал, такие скринсерверные, вот как компьютерный скринсервер. Особую походку маньяка можно разглядеть издалека. Что-то есть в ней от робота, механической игрушки. Но, к сожалению, эта примета свойственна не только убийцам. Обычно мы так ходим, если замерзли или устали. Еще один признак, определить который можно уже только при более близком контакте – отсутствие выраженных эмоций. В этом случае очень характерно механически зажатое маскообразное лицо. То есть лицо без мимики, не сравнить с Луи де Фюнесом, где каждая мышца все играла, а это некий слепок. Причем этот слепок, он достаточно статичен. И даже если человек с маниакальностью испытывает какую-то там эмоцию, там горе, радости и так далее, этот слепок все равно пробивает через эту эмоцию. То есть он его не может изменить. Это важнейшая черта. Психопатам и людям с маниакальными наклонностями не свойственна эмпатия, способность к сопереживанию. Такой человек не ахнет, если кто-то рядом поскользнется и упадет. И даже не зевнет в ответ на ваш зевок. Неспособность ощущать то, что чувствуют в данный момент другие люди, работает даже на безусловных рефлексах. Пожалуй, это основные на сегодняшний день знания о внешних проявлениях маниакальных наклонностей. Для выявления серийного убийцы важнее другой портрет, невидимый глазу. Использование современных знаний психологии, создание определенной базы данных должно помочь эту серию как можно раньше обнаруживать. И именно с использованием составления психологического портрета, а не фоторобота. Человек, которого вы видите на экране, не может открыть свое лицо потому, что принадлежит к особому подразделению правоохранительных органов. Работа аналогичного так называемого поведенческого отдела ФБР показана в фильме «Молчание ягнят». Pure psychopath. So rare to capture one alive. So close to the way you're gonna catch him, do you realize that? Oh, Clarice, your problem is you need to get more fun out of it. В России таких специалистов называют профайлеры. Их работа – проникнуть в мысли преступника, попытаться понять его чувства, как он живет, чем занимается и что способствовало превращению его в оборотня. Этот метод знаком хорошим актерам. Хочешь понять человека, представь себя на его месте. Я забыла, как называется этот эпизод. Это там, где очень много таких смертей было неприятных. То женщину на дереве, значит, обожженную в кресле. Мы в это играемся, а у них все-таки это настоящее. Они сталкиваются с настоящими какими-то бедами человеческими, и поэтому им намного сложнее. Не всегда просто и совсем неприятно ставить себя на место преступника и влезать в его мозг. Сергей Селин до сих пор вспоминает свою работу над ролью в «Городе соблазнов». Характер водителя-дальнобойщика давался ему нелегко. По сценарию он должен был зверски убить своего напарника. Просто играть в прямую злодея, то есть сумасшедшего, да, практически, либо маньяка, то есть человека психически невменяемого, это ненормально, потому что они оправдывают свои поступки даже, ну, на личностном уровне. Больше всего об убийце рассказывает само его преступление. Способ и место, характер выбора жертвы, обстоятельства, техника нанесения повреждений – все это складывается в единую картину и отражает психологический портрет преступника, его особенности поведения.
По такому психологическому портрету можно сузить круг подозреваемых в разы и выйти на след преступника. Похожую работу в начале 90-х проделал профессор Бухановский, когда описал личность Чикатило за 2 года до ареста маньяка. Он пытался объяснить, какой специальности он может быть. По особенностям выкалывания глаз, например, описывал то, что, скорее всего, у этого человека должны быть проблемы в общении. По уровню жестокости пытался объяснить, что человек должен быть в довольно частом дискомфорте, с чем это может быть связано и так далее. Есть 3 основных побуждающих к насилию и убийству фактора. Стремление управлять, властвовать и помыкать. Эти 3 слова являются паролем серийных убийц, все действия и помыслы которых направлены на то, чтобы наполнить смыслом их во всех других отношениях несостоявшиеся жизни. Поэтому маньяки не убивают быстро и из-под тишка. Он должен увидеть, как его боятся, как его, может быть, будут молить о пощаде. Или же он должен перед тем, как приступить к лишению жизни человека, он должен что-то высказать ему, объяснить, зачем он будет сейчас что-то делать, увидеть ужас и дальше приступить к реализации этого своего замысла. Битцевский маньяк Александр Пичужкин в суде заявил: «Я один решил судьбы 60 человек. Я один был для них прокурором, присяжным, судьей и палачом. Выполнил все ваши функции. Я был почти что Бог». Зачастую маньяк оправдывает свои действия вовсе не получением удовольствия от момента убийства. В его больном сознании существует некая миссия, которую он призван исполнить на этой земле. Кто-то очищает общество от проституток, кто-то очищает от пьяниц, кто-то очищает от неполноценных людей. Ангарский маньяк Михаил Попков насиловал и убивал исключительно тех женщин, которые добровольно садились в его автомобиль и соглашались провести с ним время. Для Попкова это служило признаком распущенности, а своей миссией он считал очистку мира от падших женщин. Александр Пичужкин начинал с ликвидации бездомных и разных асоциальных личностей. Потом, правда, вошел во вкус и начал убивать из любви к шахматам. Как он сам заявлял в судебном заседании, он хотел заполнить шахматную доску, то есть совершить убийство по количеству клеток в шахматной доске. На момент ареста Пичужкина из 64 клеток шахматной доски свободными оставались только 3. На суде он вспомнил всех жертв поименно. Кто как был одет в момент казни, о чем молил палача. Это было 7, 8, 12 лет назад. Он с точностью до мелочей описывает, в чем была одета жертва, какая пуговичка была расстегнута, какая оборвана, этот рукавчик был чуть-чуть закатан, этот спущен наоборот и так далее. То есть вот это все у них как в картотеке в памяти держится. И, собственно говоря, это и составляет тайну, существо их жизни. Не случайно они часто вспоминают, а после ареста рассказывают о своих преступлениях в мельчайших деталях. Ведь это все, чем наполнена их жизнь. Советский вожатый потрошитель Анатолий Сливко, убивший 7 детей, снимал все издевательства, убийства и расчленения трупов на кинопленку. Битцевский маньяк Александр Пичужкин вел тетрадку, в которой тщательно записывал даты и подробности своих убийств. Воспоминания о тех минутах, когда в их власти была чья-то жизнь, приносят им истинное наслаждение. Я думаю, что это внутренняя пустота человеческая. Мне так кажется, что он может достичь какого-то удовлетворения, хоть какого-то, да, там, кайфа, только от того, чтобы почувствовать власть. А власть – это значит убийство людей. Вот только так. Больше ничего. Больше там ничего нет. Он не интересен сам себе. Перепады настроения. Еще один признак, который свойственен всем серийным убийцам. Их состояние сродни наркотическому. Периоды возбуждения после преступления у них сменяются удовлетворенностью. Но проходит время, и снова нужна доза. То, что было вчера, уже маловато. Нужно там еще больше удовольствия, еще больше экшена, еще больше крови для того, чтобы удовлетворить фантазию. То есть, по сути дела, он кормит свою фантазию все большими и большими действиями.
Любой, кто встретится распаленному жаждой крови оборотню, оказывается на волоске от гибели. Певица Наталья Зайцева разговаривала со своей сестрой Еленой по телефону, когда на полуслове речь Елены прервалась. Я услышала, это какой-то жуткий крик. И я поняла, что беда. И вот это время, которое мы ехали от Рублевки, я думаю, что сестры уже нет в живых. Человек, нападавший на меня, он мне закрыл рот и стал душить. И при этом волок меня. Маньяк потащил Елену вглубь лесопарка, в заросли. Намерения его были ясны. Когда он снял штаны, он просто запутался вот в этих деревьях маленьких или кустарниках. И он упал. И я смогла одним движением его просто вот как-то по его интимным местам дать. Я просто знаю пару приемов. И я просто уползла. Полиция приехала быстро. Но никаких подозрительных лиц ни в парке, ни поблизости полицейские не нашли. А вот образ преступника еще долго не стирался у Елены из памяти. Обычная одежда, ничем не примечательная внешность. И лишь глаза, жуткие и безумные, горели маниакальной страстью. Такое впечатление, что он кайфовал над тем, что он мне делает больно. Вполне возможно, преступник опять превратился в милого, доброжелательного человека, чтобы скоро выйти на охоту вновь. Ведь его страсть так и осталась неутоленной. Это люди, которые заранее, до совершения самого действия, к этому действию готовятся. Они могут в 14 лет ощутить эту потребность, а совершить действие там в 35 лет. То есть они продумывают эту фантазию. Это сверхценная идея у них в мозгу. Очень важно для расследования место, где совершаются преступления. Преступники стараются нападать в знакомых им районах. Первое убийство обычно происходит неподалеку от дома или работы. Пичушкину до Битцевского парка было 5 минут ходу. А Чикатило стал ездить в командировке только после того, как его спугнула, но не задержала милиция. До этого трупы детей и женщин находили в окрестностях города Шахты Ростовской области. В этом районе, наряду с Курском и Ставрополем, совершается самое большое количество серийных преступлений в России. Существуют так называемые патогенные зоны, где почему-то маньяков появляется больше, чем в каких-то других. Либо там, где идут серьезные разработки недр. Кстати сказать, и в области вот древних гор, допустим, Южный Урал, тоже не совсем благополучная зона. Есть еще одна напасть. У известных маньяков часто появляются поклонники и подражатели. Сам битцевский маньяк Пичушкин был фанатом Чикатило. Он собирал все статьи о ростовском потрошителе, носил такие же клетчатые рубашки, а в день, когда Чикатило вынесли смертный приговор, сказал друзьям, что продолжит его дело. На одном из трупов так называемый новый битцевский маньяк оставил послание. В СМИ появилась информация, что почерк записки очень похож на почерк Пичушкина. В этом случае к работе над делом подключаются графологи. У почерка серийных убийц есть несколько признаков. Чем острее буквы и сильнее нажим, тем жестче человек. Обращает на себя внимание особенность написания гласных букв. Незамкнутые буквы А и О являются признаком неуравновешенной психики. Почерку маньяка свойственны так называемые аркады, когда слова будто волны то идут вверх, то падают вниз. Я могу сказать, что это человек, скажем так, который, он в большей степени живет по, если по законам, то в большей степени по каким-то своим законам, которые он сделал сам для себя. И вот эти принципы, они у него превалируют перед принципами социума. Вот. А это в данном случае можно сказать потому, что он достаточно вольно относится к вот этой вот дисциплинирующей строке, да? Она для него ничто. Всех маньяков роднит одно обстоятельство. Детство, пропитанное одиночеством, которое связано с жестоким отношением близких, равнодушием и нелюбовью. Начинать нужно с корней, конечно. Нужно в первую очередь воспитывать чувство ответственности у людей, которые
учит этого ребенка, который объясняет, что такое жизнь, или плюет на него и обращает внимание, он растет сам по себе. Андрей Чикатило родился в 1936 году. До 12 лет страдал энурезом, ночным недержанием мочи, за что мать часто била мальчика. В школе был слабым, стеснительным, плаксивым, за что часто становился объектом насмешек. Семья была очень бедной, и Андрей часто ходил голодный. Мать рассказывала ему впечатляющую историю о том, что якобы во время голода на Украине был съеден его старший брат. Его семья сами съели его старшего брата, или односельчане поймали и съели. Вот в Голодомор в 1933 году у него был старший брат Степан. Плюс он ребенком на оккупированной территории находился, там много жестокости видел. Вот, поэтому, видимо, все эти факторы вместе, они вот и привели к этому явлению, которое с ним потом произошло. То есть он стал убивать. Детство битцевского маньяка тоже было безрадостным. Отец и дед были алкоголиками. После развода матери с отцом родительница отправила мальчика жить к деду, стремясь наладить свою личную жизнь. А дед сдал ребенка в логопедический интернат, поскольку тот путал шипящие звуки. Там, среди детей из таких же неблагополучных семей, Андрею Пичужкину пришлось несладко. Он вырос серийным убийцей, пропитанным ненавистью к таким людям, как его дед и отец. Почти всеми его жертвами были мужчины. Закон сохранения энергии. Несмотря на то, что его изучают в физике, он распространяется на все живое вокруг. Если человеку сделать зло, он тебе злом ответит. Ведь эти люди являются продуктами. Продуктами своего окружения. Продуктами невнимания к их, к их личности. Вот в том еще возрасте зачаточном. Потом уже, да, вроде как бы подумаешь, пнул кого-то, а потом от этого пинка вырастает чудовище. Нельзя проснуться одним прекрасным утром и понять, что ты насильник и психопат. А также нельзя проснуться и понять, что это прошло. Такое развивается на протяжении долгого времени. Серийный убийца и педофил Анатолий Сливко в детстве с каким-то особым удовольствием разделывал кроликов вместе с родителями. Серийный убийца и насильник Василий Кулик до того, как стать врачом скорой помощи, методично вешал кошек. Битцевский маньяк Пичужкин втыкал птицам палки в голову. Ни одного из них вовремя не отвели к специалисту. После того, как жестокость к животным уже не давала эффекта, они переходили на действия в отношении людей. В клинике профессора Бухановского работают с первичными проявлениями опасных наклонностей. Детская жестокость по отношению к мелким животным, недержание мочи, которое продолжается до подросткового, а то и взрослого возраста, и стремление к поджогам – это проявление так называемой триады убийцы. Эти симптомы наблюдались у подавляющего большинства серийных убийц. Эта проблема, она так много десятилетий волнует исследователей, психиатров и социологов. Как сделать так, чтобы, ну понятно, что мы не изживем их, но как сделать две вещи хотя бы? Уменьшить их популяцию и второе, научиться хотя бы, ну по каким-то примитивным признакам определять начало у них вот этого вот помутнения разума. И тогда нужен лишь толчок, чтобы запустить страшную машину смерти. Для лидера туристического клуба «Чергит», маньяка Анатолия Сливко, таким событием стала увиденная однажды авария. В детстве видел, как то ли машина сбила пионера, а тут был красный галстук, белая рубашка, начищенные ботинки и кровь. И это сильно повлияло на его психику. Эта картина не испугала Сливко. Она его взволновала, возбудила. Именно ее маньяк пытался воссоздать, подвергая доверенных ему мальчиков страшным мучениям. Поначалу не убивал. Одевал в парадную пионерскую форму, особое значение он придавал ботинкам, именно они стали его фетишем. Растягивал детей на веревках, вешал на дереве, наблюдал мучения и конвульсии, после чего возвращал к жизни. Некоторые дети рассказывали об этом взрослым, но им никто не верил.
Родителям проще было обвинить собственных детей во вранье и фантазиях, чем поверить, что мастер спорта, коммунист, заслуженный учитель, ударник труда и депутат может творить такие зверства. Они великолепные манипуляторы. Они очень чувствуют изменения в вашем настроении. То есть, если они видят, что они где-то переиграли, они тут же уменьшают напор. Вплоть до того, что могут даже какой-то элемент обиды разыграть. Вас попытаться сделать виноватой, вы захотите его пригласить к себе домой, там, напоить чаем. Считается, что причина появления садистских наклонностей может быть не только психологической, но и физиологической. Важная деталь в биографии битцевского маньяка Пичужкина. В детстве, упав с качелей, он сильно ударился головой. Специалисты не исключают, что это могло сыграть фатальную роль в превращении человека в монстра. Маньяками не рождаются, но есть определенная биологическая предрасположенность. Это и особенности родов. Это, безусловно, определенные наследственные факторы, которые мы выявляем, особенности в генетическом древе у наших подопечных. Никаких генов преступности нету. Значит, а что есть? Есть гены там ранимости психики. Это, конечно, передается, так сказать, по наследству. То у них, по-видимому, особым образом организована нервная система. У них больше доминирует правое полушарие, чем у нас у всех. Речь не идет об обычных левшах. Доминирование правого полушария точнее всего можно увидеть благодаря дерматоглифике, науке о кожных узорах на руках. То есть рука-то она не сама по себе работает, она работает в связи с мозгом. А поскольку эта структура новая достаточно, то есть папиллярные узоры, обоняние, зрение, слух – это все было раньше. А папиллярные узоры, как структура осязательная, она развивалась намного позже. Поэтому она коррелирует с высшими отделами мозга. У правополушарных людей наиболее сложные узоры, завитки, чаще встречаются на пальцах левой руки. Таких случаев всего 4%, и большинство серийных убийц соответствуют этому критерию. Но опять-таки, у критерия нет однозначности. Наличие завитков и ведущее правое полушарие не превращают человека в зверя. 5-10% особей в любой популяции, они рождаются с серьезными отклонениями от среднего. И в хорошую сторону, и в положительную, и в отрицательную. То есть это природное качество. И вот эти особи с отклонившимися структурами, там, физиологическими, анатомическими, они, естественно, будут себя как-то проявлять. Надо просто научиться их выявлять как можно раньше. Маниакальность еще не признак преступности. Все зависит от того, куда направлена эта страсть. Великий писатель Николай Васильевич Гоголь страдал маниакально-депрессивным психозом. Ему были свойственны перепады настроения. В депрессивной фазе его лицо превращалось в маску. Он обижал безразличием даже близких людей и периодически испытывал необоснованную агрессию. Таким же биполярным расстройством страдали Джек Лондон, Ван Гог, Гёте, Бетховен, Шуман и многие другие известные люди. Но никто из них не стал убийцей и насильником. Маниакальность – это не грех, это не патология огромная. Ну, не психиатрическая форма, да? Маниакальность – это особенность. С этой особенностью мы знаем великих людей. Это знаменитые люди нашей планеты. Но, к сожалению, маленькая часть этих маньяков – это те самые отщепенцы, убийцы, маньяки, садисты, которые, к сожалению, и представляют вот такой вот негативный эффект. Существует две формы маниакальности – нормальная и патологическая. От одной до другой всего один шаг. Я вообще, я очень часто встречаю маньяков. Маньяки в своей работе, маньяки в любви к животным, маньяки в любви к детям, еще к чему-то, к уборке, к чистоте. Психология в такой степени, на мой взгляд, неизведанное пространство. Там еще, в общем, работать ученым, работать над нашими нервными окончаниями и в какой момент они там могут обломиться и что-то с человеком может произойти, это одному Богу известно. Заметить момент, когда человек перешагнул черту, очень сложно, даже близким людям. Фаина Одночаева уже 15 лет состояла в браке с Андреем Чикатило, когда он совершил свое первое убийство.
22 декабря Чикатило изнасиловал, задушил, а потом еще и порезал 9-летнюю девочку. А потом спокойно вернулся домой и сел ужинать с женой, дочкой и сыном. Можно жить с маньяком, так сказать, вот, так сказать, всю жизнь, как бы, в одной комнате, там, в одной семье, как жена Чикатило. Она действительно не знала, что он такой. Жене Геннадия Михасевича все завидовали. Не пьет, с работы на машине забирает, кольца дарит. Это потом выяснилось, что украшения муж снимал с убитых женщин. И, видя их на близкой женщине, вновь и вновь переживал испытанное в момент убийства возбуждение, представляя, что мог сделать с женой то, что совершил с несчастной жертвой. Эта личность, как бы точнее сказать, она расщеплена. Часто близкие этого лица в быту и не догадываются о том, на что способен проживающий с ними человек и в какого зверя он превращается при других обстоятельствах. Тем не менее, оружие против маньяков есть. В первую очередь это информированность и осторожность. Свою дочь, актриса Анастасия Мельникова, ни на минуту не оставляет без внимания. Ведь в первую очередь родители в ответе за то, чтобы научить детей беречься от опасностей. Никто никогда не может уберечь этот мир от больных патологичных людей. И к этому надо быть готовым. К этому надо готовить детей, что если Маше придется перейти эту дорогу одной, что она никогда никуда и ни с кем не пойдет. Потому что я ее об этом умоляю с первого дня ее жизни. Потому что я очень за нее боюсь. В поведении маньяков есть общие черты. И знание их может спасти вам жизнь. Обращайте внимание на мимику и пластику. Указывать на одержимость может скованность движений. С незнакомым человеком будьте начеку. Когда выделяется адреналин, периферийное зрение перестает быть четким. Поэтому у злоумышленника появляется необходимость вращать головой, начинают бегать глаза. Смотрите на него твердо и пронзительно. Маньяк не любит, когда смотрят ему в лицо, и с большой вероятностью прекратит охоту, чувствуя вашу уверенность. Вы остались один на один с ним и понимаете, что перед вами вот такой нездоровый человек, то здесь два варианта. Если есть, конечно, лучше убежать. Вот, если вы загнаны в угол, тогда думайте, как сделать так, чтобы не оказаться жертвой. Пусть жертвой лучше будет он. Мало кому удавалось справиться с физической силой маньяка, но психологически он уязвим. Специалисты знают, справиться с ним можно, напомнив человека, против которого подсознательно направлен гнев убийцы. Вдруг превратиться в волевую, активную, хохочущую в глаза, в лицо, унижающую. В данном случае резко меняются роли. Он был унижателем, если это он отыгрывает детскую ситуацию. И тут унижающая, если это женщина, она становится в позицию матери. Той жестокой матери, которая когда-то над ним садистничала. И выключается в данном случае его шаблон садиста, маньяка. Маньяки существовали с незапамятных времен. Но с накоплением знаний эти оборотни перестают быть чем-то неведомым, а значит, непобедимым. И чем больше мы знаем о них, тем больше шансов, что все, о чем мы рассказали в этом фильме, вам в жизни никогда не пригодится.